Ирина Иванченко. Из Киева. Поэт, журналист. Родилась 17 апреля 1974 года. Пишет на русском и украинском языках. Автор 6 книг стихотворений. Член Национального союза писателей Украины. Завтра будет война с отсыревшими за зиму листьями. Завтра будет весна, только это в сегодняшнем истинно. Снег пришел и ушел, отступив от позиций осадных. Будем листья в мешок собирать и готовить рассаду. Будем резать, сажать и копаться в земле глинобитной. А потом урожай. Это будет великая битва. Завтра будет война с ошалевшими к маю жуками. И река, да взорвется она с золотыми мальками. Завтра будут разгон и побег вод небесных в околицах здешних. Что там, Господи, враг или снег? Распустились черешни. 22 февраля 2022 года. Есть ли в небе кто живой? Я сниму ничейный угол. Между морем и землей пришвартован Мариуполь. Чайки спят крыло к крылу на продавленном причале. Я сегодня не умру, говорю себе ночами. Чайкам, спящим у воды, снятся родовые гнезда. Наши галочьи следы заметает хвост обозный. То ли тесно между людьми, то ли мы родимся позже, то ли памятник любви покачнется в нашу пользу. Смерть краснеет на юру, жизнью поймана с поличным. Говорю себе привычно, я сегодня не умру. 17 марта. Все спешат на вокзал, даже тучи в Европу плывут. Неужели случится и нам? Неужели придется оставлять доморощенный свой домотканный уют? Где заботливой паркой суровая нитка придется? Существует Италия только в рассказах друзей. Затяни на вожденье потуже, как в талии пояс. Палиндромный мой быт. Дом, аптека, подвал, Колизей. Колизей, дом, аптека. И мимо промчавшийся поезд. За осетлую жизнь не по силам назначена дань. Не в печной или трубе удержать собираешься тягу к перемене значений, мельканию названий и дат. Пусть усталые люди на теплые камни прилягут. Неужели и нам суждено, неужели и нам собираться сегодня велят милосердные боги к средиземным мирам, к чужеземным доплыть берегам, как гадальные карты Европы раскинуть дороги. 2 марта. Между бомбежками она подметает подъезд. Уборщицы нет, что же нам теперь засраться? Вот он, без виз в преисподнюю, виза без даты, туда, где поздно огня бояться. Между бомбежками он охраняет вход в ближний подвал, где соседи снесли пожитки. Вот он, Господний свиток, заветный свод о том, что не стоит бояться любви и жизни. Нет окаянных дней и времен лихих. Время одно на всех, холодком по коже. Между бомбежками, Боже,
спешу стихии. Нет, опоздала. Во время бомбежки тоже. 4 марта. Светает, стихло, птичий гам укроет Киев одеялом. Я различаю по глазам того, кто вышел из подвала. Светло, как в детстве по ночам, от вспышек падающих рядом. Идет домой и ставит чай, и смотрит посидевшим взглядом. Подвал, спасибо, что не склеп, есть сгусток безопасной зоны. Он стар, но может резать хлеб в отряде самообороны. Кораблик к дому своему плывет в тоске исповедальной. Что знают Сартр и Камю про опыт экзистенциальный? Горит на страже верхний вал, болит желонь в районе сердца. Я иду за ним в подвал, чтоб хоть немного отогреться. И так не верится в тепле и тишине недолгой звонкой, что я живу не на земле, а в шаге от взрывной воронки. 4 марта. А теперь послушай о том, что из умных книг не почерпнут ни зверь, ни моллюск, ни птица. Ужас, тоже животное. Накорми, обогрей, приласкай. Видишь, как он боится. Вот он свернулся жгутиком в животе, лапки поджал, эмбриону души подобен. Если ты помнишь, ужас приходит к тем, кто изначально чист и внутри свободен. Потому что из тех, кто полон мороком и слюдой, ему ни за что не выйти, хрипя и тужас. Он давно вошел в их тела, как к себе домой, ибо они и есть настоящий ужас. А твой звереныш — просто защитный спам. Всякую тварь Господь создает зачем-то. Защити его, и защитишься сам. Под несущей стеною плача, зарей вечерней. 4 марта. Здесь блаженная Юлия бродит страною чудес. Просит 10 копеек, зимою вот так же просила. Вынимаю полтинник, храни тебя, Господи, здесь. И в молитве безумной нездешняя чудится сила. Видишь, плотник Иосиф готовит веселую смесь. В зажигательной схватке со смертью сойдясь в хороводе. Передай по цепочке, храни тебя, Господи, здесь. И в безумной молитве есть место любви и свободе. Нет, не все мы уехали, город не выйдет весь. За пределы земли, за блокпосты, за стены Софии. И в репостах сирены, храни тебя, Господи, здесь. И в прощальных гудках поездов, и в священном эфире. Повторяю за нею, храни тебя, Господи, здесь. И повсюду, о, где бы ты ни был, храни непрестанно. Точно пену земную, сдувая имперскую спесь, заслоняя собою на подступах и полустанках. 6 марта. За всех недотянувших, недолюбивших, молча и до дна, мы, как на Пасху, мыли небо,
когда закончилась война. Мы платья легкие надели, и стол накрыли всем двором, и наши мертвые сидели напротив нас за тем столом. Слова теплей, чем мех овчинный, когда душа трещит по швам. Не зря мы всю войну учили детей и внуков тем словам. Затем, кто на чужбине горя хлебнул, мы слали корабли и возвращались из-за моря. Друзья, соседи, журавли. Мы жили долгие недели, была далекою страна, и только песен мы не пели, когда закончилась война. 11 марта. А по ночам кровоточит и гложет, сколько бы ты ни просил, отпусти. Эта ракета летит за Сережей, бесится, воет, не может найти. Ночью помилуй, а утром осанна, дому со всем уцелевшим добром. Эта ракета летит за Оксаной, теплая, сонная, чуя нутром. За блокпостами, ежами, заставами, дети мои под несущей стеной. Черная, гладкая и хвостатая, эта ракета летела за мной. Точки на карте? Нет, пятна родимые. Киев, Одесса, повсюду родня. Господи, всех сохрани до единого. Выживи сам, не забудь про меня. 19 марта. Нам не дадут в раю новые позывные. Встали в одном строю, мертвые и живые. Встретив, согрев, обняв, в мире неизмеримом, все, кто хранил меня между войной и Римом. В мире, где больше мер нет для души и тела, держит меня Гомер за руку под обстрелом. Небо от рваных ран, скрыв рукодельной сеткой, вышел Франко Иван, как Моисей в разведку. Гоголь схватил обрез, мне прикрывая спину, и волонтерят здесь Осип, Борис, Марина. Время любить и жечь, и, милосердный в горе, поднял духовный меч сковорода Григорий. Щит нам небесный свод, вышитый млечной гладью, занял мой братский взвод улицу пять за пядью. Рядом, не пряча сил, светом полны и гневом, все, кто меня любил между войной и небом. 8 марта. Молока и меда, меда и молока, хлеба, тепла и, быть может, вечерний воздух. Господи, не оскудеет твоя рука, сколько бы раз в нее не вбивали гвозди. Молока и хлеба, и, может, глоток вина, плед потеплее, укрыться от вечной стужи. Что там на завтрак у смерти? Война, война, голод, обед и уныние, сытный ужин. Где на земле найдется тебе приют? Где поселить семью и пробыть до срока? Родина — это жизнь, и ее живут и проживают вместе и одиноко. Писем, стихов и, быть может, морской прибой, место кораблику в тихой и звездной гавани. Родина — это то, что беру с собой в самое дальнее, самое позднее плавание. Меда, тепла и, быть может, еще любви. Смерть закрепилась прочно в черте оседлой, руки ее по локоть в моей крови, но кратки они, чтоб достать до сердца.
хлеб из печи, материнское молоко, жизнь для тех, кто смертен, бессмертие Родине. Ты, что над водами рядом и высоко, над городами, твердью, людьми, народами. 23 марта. Эти горе слова не растопишь слезами. Ни жива, ни мертва, я стою на вокзале, и чернеет вдали небо над фиолентом. Я на сгибе земли, в кассе нету билетов. Сердце бьет, как родник, и расходятся створки. Приютит проводник в уголочке, в коптерке и в купейном тепле. По кровящему следу я приеду к тебе. Завтра утром приеду, я тебя обниму и замру под ключицей. В эту горе-весну ничего не случится. Я доеду домой через пламя и копоть. Мой божественный, мой человеческий опыт. 14 апреля.